Друзья, всем привет! У нас сегодня рыбалка. Взял сегодня с собой палатку. Вот расположились, я сейчас установил. Сегодня очень классная погода, солнечная, но ветрено. Вот. Спрятались от ветра, в палатке пока что тепло. Вот. Сейчас будем на балансир и на мормышки ловить. О, я поймал. Только маленький, небольшой. О, еще один. Ну, только маленький, небольшой. О, еще. Ну, такие хорошие, больше, чем ладошка. На мой старый-старый балансир уже там он выцвел почти. Грязный такой, краска уже слезла. Вот на такой древний балансирчик. Чисто по окуню зеленый. Вот такая рыбалка меня радует. И глубина небольшая. Только опустил, сразу поднял. Оп, еще. Ну, это вообще живец. Сильно маленький. Да, даже такие маленькие берут. Видать, ко мне стайка подошла. Такого брать не будем. Отпускаем. О, есть. Да. Флёй какой. О, сразу только опустил. Смотри. Опа, опа. Да. А, держи, блин. Дал маленький. Ну да, что-то мормышку почему не клюет. Только опускаешь, а не сразу. Хоп. Где она? Тут пол, где она? А, вон. Что, садиться не будет, что? Не, мне кажется, они будут сбивать этот. Только поставишь, они будут сбивать малька. Где кокоряшки-то эти? Ну, там ящики верхним. О, блин. Была поклевка. Это ты на какую ловишь? На маленькую зеленую. Там есть такая же. О! А если на большую зеленую? Не, не надо на большую. Вот, смотри. Вот такая же, только она чуть-чуть розового цвета. Ой, желтого. Да, вот эту. О, есть. Бля, какой. О, чуть не ушел. Бля. Да, туда. Как на этом, слышь, в Якутии. Видишь, на мружку ловится тоже. Угу. Чего, стреляем тут? Конечно. О, его прям видно было. Это грязный, черный, ничего такое с ним. Ну, какой-то непонятный. Он даже цвет какой-то другой, смотри, у него. Желтый он. Светлый. Золотой. Ну. Глубина буквально метр. Вот такие вот ловятся. Какой-то странные расцветки. Какой-то прям белый-белый. Как будто он умер уже.
поменял вот такой балансир, поставил, в прошлом году покупал, офигенный балансир, не помню фирму, конечно, но обычный китайский. Ну, окуней уже надергали, вон уже их хватает, на коптилку пойдет 12 или сколько там, 13 штук. Опа, блин, сорвался, пока я рукавицу одевала. Что ты? А нет, блин. Я его прям видела даже. Ух ты, сошел. Что-то подошли, видимо, да, да, пока мы фоткали? Да. Или пока жрали, непонятно. Обед кончился. Что, как-то у меня вот эта вот штука? Почему-то она у меня как-то... О, есть. О! Есть вот, на китайский балансирчик. Ля, хорошо заглатывает, смотри как. У него прям вот это, именно... Именно вот этот красный, ой, красный, да. Зеленый. Нет, красный кругляшочек снизу, снизу который. Вот его в основном заглатывает. Опа. Опа. О. Молодец. Пошла. Пошла маза. Что-то у меня тут вот это вот. Как-то вот оно стало так. Там есть, да? Да, есть еще. О, пошла рыбалка. Сейчас подожди. О, какой конь. Ага. Вот это коняра. Вот он. Но не. А ты его забагрил. Я его просто забагрил за брюшко. О, какой. За задний крючок попался. Такой. Отличная рыбалка у нас сегодня. Вообще офигенная. И на балансир, и на мормышки берет. Интересно. И глубина небольшая, вообще метр буквально. О, сошел. Я прям его увидел. Такой хороший был. Морду свою показал. Вот он, вот он. О. Вот такой. Такой, да. Именно вот на этот красный шарик всегда ловят. Так, у нас обеденный перерыв. Сейчас сделаю бутерброды с колбасой и сыром. Попьем чайка. Вот так. О! Такой получился русский бутерброд. Бутерброд по-быстрому. Обычно я делаю короткий чай, а некоторые делают вот такой длинный-длинный чай. Как же без чая на рыбалке? Держите, мадам. Опа. О! Блин, да что такое? У тебя там крупные. Ну, может, давайте на... балансир поставлю. Может, на балансир, да, мне попробовать. Давайте балансир поставлю. Все мелочь какая-то. Сейчас. Подожди. Что красивый? Видишь, какой красивый, блестящий? Угу. Такой полосатый. О! Идеальная сегодня рыбалка у нас, офигенная получается. И на мормышку, и на балансир. Нет, давай я буду на то и другую, давай. Этого я отпускаю. Опа. Видишь как, блин. Ну так-то что-то берет, видишь, на него все равно. Давай я то и другой буду. Может какой попадет. Подожди, я тут запуталась. Вот хороший. Сейчас попробуем еще. Большой, больно. На Lucky Jones. Это Lucky Jones, это фирменный. На. Люди, такой же размер? Да. Опа! Блин! Поймала. Нормальный, жирненький, смотри. Хороший. Вот я тулумку разловила, прикинь, третью. Опа!
Ох ты! Ого, кабан! Ты видел, я сейчас теперь одновременно, блин, вот это надо снимать. Вот это кабан! Надо было точно снимать с лужой. Вот это кабан! И на подмышку, и на это я одновременно. Бля, ты смотри. По-моему, вот это сегодня самый большой на Туся поймала. А, по-моему, вот весы не взял, правда. Что-то как-то... Опа! Еще один! Еще один! Два штуки подряд только что вот вытащила. Мелкий, это маленький. Это те даже мелкие. Маленький совсем. Пускай. Не там, не там. Опа. О. На мормышку. Блин, запуталась на этом неделе. Ну вот, друзья, у нас вот такая вот небольшая горка окуней разных размеров. Пока вот нарыбачили. Сейчас уже скоро солнце будет садиться, и мы будем собираться. Ну все, друзья, на этом мы будем заканчивать. Отловились классно, рыбалка нам понравилась, душу отвели. Сейчас уже вечереет, вон закат красивый у нас тут. Прошли много, примерно километр туда, обратно километр. Тащили много вещей. Вот, устали, конечно, но приятная усталость после такой рыбалки. Брало на балансир, на мормышку, брали хорошие окуня. Короче, рыбалка удалась. Скоро будут новые обзоры мотособаки Якудза. Поедем, скорее всего, на избу. Как время выберем, я сделаю обзор. Поедем на рыбалку и на избушку. Всем пока, всем счастливо, всем ни хвоста, ни чешуи. До следующих рыбалок. Пока!